век информационных технологий все чаще слышны мнения о том, что эпоха телевидения закончилась, и голубые экраны совсем скоро полностью заменят интернет. Однако современные ТВ-каналы не стоят на месте. Они идут в ногу со временем, осваивают всемирную сеть и становятся максимально доступными для зрителей. Именно в Сарове у телевидения гигантские перспективы для развития. Возможно, что появятся новые способы оформления, новые способы визуализации и подачи этой информации, другие форматы построения сюжетов, на другие способы разговоров. Светлана Михайлова-Листром стояла у истоков создания городского телевидения. В далеком 94-м, когда канал 16 только начинал свою работу, не было суфлеров, профессионального студийного света и современных программ для монтажа. Несмотря на это, телеканал развивался, появлялись новые форматы. Самым популярным из них был прямой эфир. Прямые эфиры, которые мы вели с 1994 года, не побоюсь этой даты, с момента создания канала 16 в новом варианте, вот это вот состояние куража и непредсказуемости, и умение выкручиваться из ситуации, когда собеседник не пришел, собеседник пришел больной, собеседника понесло не в ту сторону, когда журналист оказывается застигнутый врасплох, и нужно быстро, оперативно, эффектно, красиво, без последствий для себя выйти из этой непростой ситуации. Екатерина Опенова пополнила ряды сотрудников канала 16 буквально несколько дней назад. И практически сразу она погрузилась в мир съемок, монтажа видео и создания новостей. 7 лет Екатерина проработала на городском радио. На канале 16 знакомая журналистская профессия предстала перед ней уже в новом формате. Меня всегда привлекала возможность отнести текст с картинкой. Хотела попробовать. По-моему, это очень круто. Это параллельная плоскость по сравнению с тем, что я делала раньше. То есть новые знания для журналиста – это всегда очень здорово. Свой профессиональный праздник телевизионщики по традиции встречают на работе. И несмотря на то, что сейчас существует множество разноформатных телеканалов, не стоит забывать, что работают они над одной общей целью – сделать жизнь человека по ту сторону экрана немного ярче и интереснее. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.